Тюменко, гендиректор агентства инфраструктурного развития региона, Ольга Романец стала победительницей масштабного конкурса управленцев «Лидеры России». Напомню, это флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Из 233 тысяч участников до финала добрались всего 300 человек из 54 регионов. Победителями стали 106 конкурсантов, Тюменко в их числе. Добавлю, финал прошел в подмосковном Солнечногорске. Это было непросто, это были достаточно сложные дни. У нас была оценка, оценочные мероприятия в воскресенье длились 11 часов. Но все получилось справиться с волнением, с какими-то внутренними переживаниями и выиграть в достаточно конкурентной борьбе. Победа в конкурсе – это не конец, а это начало пути, начало чего-то нового. С победителями конкурса управленцев сегодня пообщается президент страны. Об этом мы расскажем в следующих выпусках новостей.